Всем привет, с вами Аурум. Вот и настал мой финальный день трансформации. Спасибо всем большое за поддержку, за те теплые слова, которые вы писали в комментариях, в директе, в виде поддержки. Это реально бесценно, и если бы не вы, я бы точно не справился. Ну и, конечно же, респект моему тренеру, без которого этого бы всего точно не получилось. Но давайте сейчас отмотаем пленочку назад и посмотрим, как это все начиналось. Чуть больше 3 месяцев назад я познакомился с тем самым тренером Пашей Брантенко. Мы запилили совместный видос для тогда еще влогового канала, и по ходу видоса Паша предложил мне замутить трансформацию, которая заключалась бы в том, что за 3 месяца, в случае, если я буду придерживаться всех рекомендаций, я смогу преобразиться и выглядеть значительно лучше. Мне казалось, что я и то красавчик, но я согласился. Было очень интересно, что в итоге с этого может получиться. Кстати, 3 месяца назад мы сделали все нужные замеры, взвесили меня, сняли на видео моей формы, если ее так можно, конечно же, назвать. Так вот, прошло 3 месяца, и пора бы взглянуть на результаты. Ребят, спасибо всем огромное, кто наблюдал за трансформацией в Инстаграме. Я постоянно старался выкладывать сторисы со своих тренировок, сторисы того, как я питаюсь и прочее, но на этот раз, с сегодняшнего дня, я решил завести отдельную инстаграм-страницу, которая будет называться Aurum Sport, и там я буду публиковать и тренировочки, питание, тренировки по тайскому боксу. Кроме того, все вы знаете, что я бегаю только летом, зимой очень холодно. Ну и еще планирую позаниматься немного плаванием. Поэтому там будет очень много всего по спорту. Тем, кому интересно, подписывайтесь. Наверняка вам всем интересно, что с моим весом. Давайте посмотрим, сколько показывали весы за 3 дня до конца трансформации. Вот оно, 77,1. Изначально, если я не ошибаюсь, было где-то 86,5. Я уже, если честно, не помню, но похоже, это почти 10 килограмм за 3 месяца. Вот. Ну и то, как я выгляжу сейчас, это не совсем так, как я буду выглядеть в воскресенье, по словам Паши. Я буду выглядеть в воскресенье по-другому, но сейчас вот таким вот образом. Как-то так. Кубиков, как видите, не особо появилось, но, ну блин, но талии нет. Ну типа, мне сложно нащупать все этот жирок, так что вроде типа неплохо. Моя любимая позиция. Гей, Паша, спина пошла лучше всего. Все, пацаны, 6 утра. Пока, мальчик. Сегодня же мы встретились с Пашей в зальчике моих друзей Physiolab, и я готов показать вам и сам увидеть, что же изменилось визуально во мне за эти 3 месяца. Ребят, хочу подчеркнуть, что я не спортсмен. Я обычный человек, который любит вкусно поесть, у которого сидячий, малоактивный образ жизни. И, ну, например, реально бывали дни, когда я по несколько суток не выходил из дому и мало вставал из-за компа. Я увлечен и даже, возможно, одержим все новыми и новыми проектами. И из-за этого сложно найти время и желание держать себя в форме. Но благодаря Паше Брантенко в первую очередь, по-моему, в этой трансформации у нас все получилось. А вы как считаете? Напишите об этом в комментариях. Ну что, Серега, ты готов показать ребятам, как ты спрогрессировал? Конечно, вообще изи. Ну давай, раздевайся. Серега, а ты в этих шортах был? Нет. Ну, так надо одеть самые красные труселя.
что, чуваки, как вам моя форма, как прогресс за 3 месяца? Пишите свое мнение в комментариях. Хочу подчеркнуть, я не профессиональный спортсмен, я только какой-то ютубер, который сидит постоянно за компом сутками и не выходит с квартиры, поэтому не судите строго, но я реально в целом очень сильно доволен. Спасибо, Паш, еще раз большое. Но на этом трансформация не заканчивается. Мы хотим даже не начать новую, а продолжить текущую мою трансформацию, и я предлагаю вам поучаствовать вместе с вами. Совместно с Пашей мы делаем конкурс, в рамках которого вы можете получить ценные призы, но, что самое важное, вы можете получить, не знаю, тело, которое вам будет нравиться, вы можете получить ту форму, которой будете гордиться. Все подробности у нас будут в описании видео, а также в описании видео вы найдете ссылку на пост в Инстаграме Паши, где подробно будут расписаны правила. Что важно знать, это то, что мы набираем группу, ну, точнее, грубо говоря, Паша набирает группу, где с индивидуальным подходом будет прописывать каждому участнику этого всего челленджа питание, тренировочные программы, и за 8 недель он посмотрит, как они, в общем-то, спрогрессируют. В итоге лучшие получат ценные призы. Ценные призы от спонсоров, которые будут, то есть спонсоры там будут Sportpit, мы сейчас не будем называть их, но и плюс, лично от меня, я просто, Паша может еще сейчас что-то добавит, лично от меня 3 лучшим чувакам я задоначу по 1000 гемов каждому. Oh my God. Да, если кто не в курсе, что такое гемы, я выплачу это в деньгах по $50 каждому из 3 лучших чуваков. Это такая небольшая мотивация. Но на самом деле самое важное – это, в общем-то, именно форма. Плюс хочу отметить, чтобы вы сразу не бежали там в инсту и не зашпиливали Пашу до смерти фразами «задонать». Это как бы участие у нас платное. Там символические деньги, но они платные для того, чтобы выявить действительно замотивированных людей, которые не просто хотят, типа, ну, я не знаю, протазеять, а действительно, которые хотят результат. Поэтому небольшая сумма будет, в общем-то, взъята. Но если у вас будет реально прогресс, через 8 недель вам вернут деньги. Я правильно сказал? Да, вернут и получат еще куча разных призов. Да, то есть наша задача просто популяризировать это в массы. Плюс у нас сейчас у всех начнется синдром подкачаться к лету. Да. Поэтому, как бы, я думаю... Синдром подснежника. Синдром подснежника. Поэтому, я думаю, вам будет как нельзя кстати. Жду ваших комментариев в описании. Подписывайтесь обязательно на Пашу. Заказывайте у него персональные тренировки, дистанционные тренировки. Онлайн-ведение. Да, потому что, ну, он просто гений. Для справки, я не знаю, вышло это видео или нет, но еще вчера в 11 часов ночи я ел Big Tasty, а сегодня стал на весы и увиделся. А, короче, вы сейчас прям это посмотрите. Спасибо, Паш, большое. Ребят, тренируйтесь. Трансформация продолжается. Если хотите увидеть не еще одну очередную трансформацию, а продолжение этой, прямо сейчас прожимайте лайк и подписывайтесь на канал. Ребят, сегодня финальный день трансформации, и, короче, я только что встал на весы и дико подофигел. Потому что 2 последних дня я ел по 200 грамм риса, 200 грамм картошки и курицы 5 раз в день. И вчера вечером я по настоятельной рекомендации Паши пошел и съел Big Tasty вместе с картошкой фри, сырным соусом, луком. И в моей голове не укладывалось, как это будет работать. Я по-любому думал, что я буду весить больше, чем тогда после безуглеводной диеты 2-дневной, да? То есть, смотрите, 2 последних дня я жрал как не в себя, реально. Давайте просто посмотрим на веса. Вот это просто магия. Я не знаю, как это работает. Простому человеку, вот мне, не спортсмену, не укладывается это в голове. Давайте, смотрите. Смотрим на весы. Есть. Say what? Вы можете в это представить? Просто жесть.
Я просто дико в ахере. Это вообще какой-то кошмар. Еще раз, в рамках этой трансформации, по идее, вообще по барабану, какой был вес, потому что важно было просто видоизмениться, важно было выглядеть по-другому, и так как я ни разу не спортсмен, то для меня это и по режиму было нелегко, и по питанию, и вообще по пониманию всех процессов, и важно было верить в то, что мне говорят делать. Прикинь, мне говорят, пойди в 10:30 и съешь Биг Тейсти ночью. 10:30 вечера, и съешь Биг Тейсти. Я такой, что? Это не работает. Завтра, то есть сегодня у нас трансформация, финальный день, съемка этого видео, которое вы только что видели, и все дела, и съешь Биг Тейсти в 22:30 за день до этого. Но это каким-то образом работает, я представить себе не могу. Ребят, я сбросил, почти реально 10 кг. В день трансформации 10 кг. Я думал, я наберу 2 кг на углеводной диете, то есть на загрузке. Но нифига. Это просто невероятно. Поэтому участвуйте в конкурсе, ищите крутых тренеров. Если таких не знаете, то по ссылке в описании есть Паша Фронтенко. Залетайте к нему, как минимум подписывайтесь, как максимум заказывайте у него персональные тренировки. Я ему невероятно благодарен. И, как вы понимаете, это еще не конец. Участвуйте в конкурсах. Еще раз огромная благодарочка всем тем людям, которые меня поддержал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи, ребят! В завершении хочу сказать, что это только начало, ведь останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Хочу выразить благодарность Белок.ua за качественный спортпит, который реально позволяет прогрессировать. Perfect Милу за то, что кормили первые 2 месяца трансформации. Аня за то, что поддерживала и кормила первые 10 лет. А также крутым чувакам из Физиолаб за предоставление зала. И Коле Пронтенко, который иногда тренил меня вместо Паши. Ну и, конечно же, бате бодибилдинга Паше Пронтенко. Эти 3 месяца я запомню на всю жизнь. Было круто. Огромное всем спасибо за поддержку. Дальше будет лучше.